Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Brevia на цоколь HB4, температура свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной коробке жесткой. Сейчас мы откроем. Вот так все упаковано у нас. Пройдемся по каждому пункту. У нас здесь инструкция со схемами подключения, также гарантийный талон в комплекте идет. Блоки розжига. Блоки розжига стандартного размера, то есть вот такие вот большие балласты. Мощностью 35 Вт, подключение на 12 Вольт идет. Полностью герметично заклеены, пыли влагозащищенные. Так, это один, вот у нас второй блок. Вот такой вот. Абсолютно идентичен. Одинаковые блоки. Далее. Ксеноновые лампы, также мощностью 35 Вт. На цоколь HB4, как я уже сказал. Они идут в защитных колбах, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются также на 12 вольт. Как именно происходит подключение, далее мы покажем. Ну, также есть монтажный комплект, вот такой вот, с помощью которого можно будет без проблем закрепить блоки розжига в подкапотном пространстве. Так, возьмем один блок. Лампу также и подключим. В принципе, все подключается очень просто. Три разъема на блок розжига и один на питание. Так, подключаем широкий разъем. Хорошо нужно плотно подключать, чтобы до щелчка было, чтобы потом без проблем у вас все работало. Так, подключаем плюсовой провод. Давайте выключим свет. И останется нам только подключить минусовой провод. Сейчас это мы и сделаем. Вот так вот происходит зажигание лампы. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Видно, что лампа очень яркая, ксеноновая. Это, в принципе, любая лампа ксеноновая очень яркая. Поэтому обязательно после установки нужно обязательно откорректировать фары, дабы не слепить встречный автомобиль. Также на комплект распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.